Да, ну и еще одно из приключений было путешествие на машине, на пароме, на Касумель. Ашан заехали. Что, мне прямо? За ними, наверное. Вот такой островок есть, который находится, ну, относительно недалеко от Плая дель Кармен. На него ходит либо паром, если вы там едете пешком, ну, то есть не на машине, да, там паром уходит каждые полчаса, можно отправляться на этот остров. Либо на пароме, чуть подальше от Плая дель Кармен, забыл, как называется, портовый городок, вот где-то километры там 5, наверное, отъехать от Плая дель Кармен нужно, за Шкаретом есть поворот на этот порт. Вот. Мы его, конечно, долго искали, сразу не нашли. Но если там захотите поехать, спросите, я вам объясню, как туда доехать. Вот. И приезжаем туда к 8 утра, или к 7 мы приехали, потому что в 8 к 7 мы приехали, в 8 начинается отправление парома. Заплатили денежку, но стоит недешево, я вам скажу. Это стоило 570 песо. Это в один конец, это где-то, ну, 2000 где-то, 2000 рублей в один конец переправиться на автомобиле, независимо от количества, в принципе, людей в машине. Вот, ну, недешево. Было бы нормально, если бы это туда и обратно, но еще и обратно нужно было. В этот же день мы уехали обратно, столько же заплатить. Итак, нелегалами пересекаем мексиканскую границу, едем на Казумель. Мы где-то там пятые стоим. Вот на пароме на Казумель. И там потусим до вечера. Как бы плывешь шумно, на самом деле очень шумный движок у этого парома, он тарахтит, ну, там их много, видимо, движков, и ты машину паркуешь на втором этаже, и все это в гуле в каком-то. Поспать в машине довольно-таки тяжело, а спать хотелось, потому что мы всегда, ну, мало спим. В машине думали, да спим, не очень удалось, там наверх, если подняться, можно тоже посидеть, есть скамеечки, ну, поспать как-то не удалось. We'll be right back.
ладно. Нас встречает Санта-Клаус. Касумель, мы сели на мель. Касумель, Касумель, та-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 та, Касумель. Сам остров славится тем, что там крутой дайвинг. Там крутой дайвинг, крутые кораллы, крутые рифы. Жак-Ив Кусто туда очень часто наведывался и чуть ли не считал это одним из лучших мест для дайвинга. Дайвингом мы не позанимались, потому что, чтобы заниматься дайвингом на Касумеле, нужно иметь лицензию дайверскую. Ну, как бы странно. В общем, объяснили, там большая глубина, и новички, то есть люди, не прошедшие сертификацию, не могут погружаться на Касумеле. Вот, ну ладно, не будем там с дайвингом заниматься, будем снорклингом заниматься. Начали объезжать все пляжи, и все пляжи оказались скалистые. Так, мы на Казумеле, приехали на остров на машине, на пароме. Что-то здесь пляжи пока ездим, сейчас уже катаемся. Нормальных пляжей каких-то особо нет, вот на первый приехали, где можно хоть покупаться. Вот, на другом месте платный пляж какой-то, где можно там с дельфинами поплавать. Ну, все это за деньги, соответственно. Вообще зайти туда, все за деньги, с рыбками поплавать. Причем, а пляжи вообще каменистые здесь. И тут не знаем, где купаться. Сейчас поедем на другую сторону острова, посмотрим, что там будет происходить. То есть, куда ни заедешь, везде какие-то скалы, захода нету в море. Как купаться? И кораллов-то особо не видно. Не знаю, есть ли там кораллы или нет. Возят точно дайвингом заниматься чуть дальше. То есть это не прям вокруг самого острова Касумель. Ну, 50 километров в длину. Если так вот, чтобы представлять размеры его, 50 километров он. При этом какая-то часть из него, ну, обухоженная, то есть обустроенная, где там какие-то кафешки, пляжи и отели есть, а другая часть пустует. Вот мы ездили, конечно, по той, где обустроено все, и пляжей особо нет, но места красивые, скалистые, там красивые пейзажи, можно пофоткаться. Ну, пейзажи очень крутые, да, да. Фотки неплохие получаются. Ну, приехали-то для того, чтобы поплавать, а поплавать там особо и негде. Мы когда проезжали, там был национальный парк Чанг-Наап. Перед тем, как ехать, соответственно, я прочитал информацию. Этот национальный парк очень известен, красивый и так далее. Как оказалось, вход платный. Ну, разумеется, латиносы деньги умеют рубить. Вход платный 20 или 21 доллар, что ли, 22 доллара. При этом было написано, что в стоимость входят дельфины, морские там котики, черепашки, крокодилы, что-то еще там. И как бы логично предполагать, что с ними можно как-то там, ну, пообщаться, поплавать, покупаться. Ну, за 22 доллара ты спрашиваешь, а типа, можно будет, да, как бы к ним подойти, там все дела? Да, можно. О, катаешь. В итоге заходим уже, оплатили, вот мы обратно пути. Ну, коли купаться-то негде, надо и здесь. Вот, при входе там сказали: очень красивый риф, вы обязательно поплавайте, там такие рифы, кораллы. Ну, окей, ладно, наверное, красиво, раз это отдельных денег стоит, чтобы покупаться. Вот, по факту,
полная ерунда, конечно, никаких там красивых кораллов, вообще сравнение там хотя бы с Египтом, они даже не идут. А рыбы каких-то интересных тоже нету, ничего там интересного нету. При этом с дельфинами плавать нельзя, их можно только смотреть. Чтобы с ними поплавать, нужно заплатить отдельно 100 с лишним, 120 долларов за купание с ними. А морские там котики, морские львы эти тоже в стоимость не входит, можно издали посмотреть. Ламантины там тоже посмотреть, черепашки тоже посмотреть. Чтобы со всем этим покупаться, нужно отдельно доплатить. Причем немалую там сумму, порядка там 50-100 с чем-то там долларов. Ну, разумеется, мы это не делали. В общем, ерунда какая-то, обдираловка. И плюс по парку можно просто погулять, посмотреть там какие-то скульптурки, дома майя, потом типа бани какой-то там разводили. Опять же, это все можно посмотреть, чтобы самой бани это, видимо, отдельно как-то платить. Крокодилы, да, там в загоне стоят крокодилы, можно посмотреть на крокодилов, покидать в них камушки. Ну давай, шевелись. Кирпич нужен. Russian кирпич. Ну и что, как тебя же тормошить-то? Курицу надо запустить. Они реагируют только на курицу. Ару. Вася. Я бы так. Гена. Тебе чебурашку нужно. Я бы так не делал бы на твоем месте. Подальше можно сунуть. Блин, ну я не знаю. Как ваши ощущения после парка? А, да, парк великолепный. Просто. 22 доллара, поплавать в море и походить, ну, в крокодилов плевать, покидать камушки. А, как это, шикарный риф, риф? Риф? Ну, один из лучших в мире. Это просто, всем буду советовать. Да. Приезжайте за 22 доллара. Ну да, на самом деле шутка. Бред, блин. Вот чего-то такого дельного на Косумеле мы особо-то и не сделали. По сути, можно было и не ехать. И лучше бы мы поехали в Шкарет. Вот, в этот момент наши знакомые поехали в Шкарет, там были в восторге. Ну, стоимость там что-то 100 долларов, по-моему, стоит съездить в Шкарет. Это типа зоопарка, когда, в котором гуляют всякие животные в открытом. Вот их можно потрогать, там посмотреть, например, леопарды там ходят, и при этом без сетки, без ограждения, но там глубокий ров. Вот глубокий ров, соответственно, рассчитан таким образом, чтобы животное не перепрыгнуло до вас, но при этом ощущается, как будто это вот в вольной природе, да, так ходит животное рядом с тобой. Ну, довольно-таки прикольно, особенно это очень прикольно с детьми, если вы едете туда, это обязательно нужно, Шкарет к посещению. Мы Шкарет не посетили, ну, я немножко жалею, конечно, об этом. Лучше бы вместо Косумеля съездили в Шкарет. Ну что ж, на этом данную серию предлагаю закончить. Встретимся в следующей части. Ставим лайки тем, кому понравилось. Кому не понравилось, ну что ж, ставим дизлайки, такие люди тоже есть. До встречи в следующей серии. Всем чао. Пока.